Весна – время возрождения футбольной интриги. После зимней спячки национальный дивизион вновь готов удивлять. «Шериф» принимает Петрокуб «Хинчешт». 4 марта в 16:00 на крытом стадионе спорткомплекса «Шериф» долгожданный праздник для всех поклонников футбола. Билеты стоимостью от 10 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка, кассах спорткомплекса и на сайте biletpmr.com. В преддверии Международного женского дня всем девушкам вход свободный.